Каждый православный праздник Святой Пасхи видит по-своему. Так, например, Светлана Харчинская уже второй год подряд встречает этот день по всем правилам. И для нее это в первую очередь день духовной чистоты, которым соответствует обновление, свет и жизнь. В завершении Великого Поста, времени духовного и телесного воздержания верующих, а также приближения Светлого Христова Воскресения, в Петропавловском храме идет большая подготовка к праздничному торжеству.